S-Works, Венш, на электронной трансмиссии Ultegra D2. Что еще нужно для счастья? Я вас приветствую. У нас обзор отличного велосипеда, аэробайка. S-Works, Венш от компании Specialized. С такой вот горбатой еще рамой, которая сохранилась. Велосипед 2013 года, но актуальность данный велосипед имеет по сей день. Итак, у нас тут рама на базе Fact Carbon 11R, предтоповая на данный момент 2024 год записи. Самый топовый карбон – это Fact Carbon 12R. Тут установлен предтоповый. Вот. Переключатели, как говорил ранее, Shimano Ultegra D2, монетка Ultegra, переклюк. Кассета у нас тут стоит новая 105-ка, обода карбон, втулки Novatec. Размер данного байка 56, а именно L-ка. Тут у нас вот такой красивая эмблема на кареточном узле, ну и сам кареточный узел такой вот широкий, огромный. Непривычный, так как тормаки, у них, как правило, очень маленькие кареточные узлы, а тут совсем наоборот. Ну и также рама нижняя, она очень тонкая, но одновременно и широкая. Аэробайк, такой вот аэробайк, очень красиво выглядит, очень агрессивно выглядит. Ну и по опыту могу сказать, что есть любители горбатых рам, которые хотят именно такую технологию, которую уже не производят, потому что Specialized отказалась от производства горбатых верхних рам. Стоит весьма недорого, цену вы можете узнать у нас на Авито аккаунте, там же мы можем с вами списаться и договориться по данному велосипеду. Ссылка на наш Авито аккаунт находится в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ждите новых обзоров.